activated. Бедного Боглика убили. Он пытался защитить свою семью. Ой, привет. Что, новый друг?
Дай-ка взглянуть. Прекрасно. Вот так. О, там было что-то интересное. Пойдем сюда, Бити. Не хочешь проверить? Что там у тебя? Thank you.
Не думал, что буду так радоваться ящику. Подходит. Спасибо, Биди. Куда летим? Из-за этого Кордовы мой корабль скоро на свалку отправится. Он хотел исследовать всю галактику. Ну и как? Мы исследовали немало планет, гробниц и храмов, связанных с Зефой и джедаями. Но у меня есть предел. Для него же предела не было. Безумный старик остался в одиночестве. Он всегда был один, даже когда я была с ним. Будущее и труд заботили его больше всего на свете. У него не было времени. Он постоянно был в движении. На Богана я впервые увидела, как он осел на одном месте. Пусть и ненадолго. Мы вот-вот выйдем из гиперпространства. По местам. Просто дай знать, когда захочешь лететь. Кэл, давай не сейчас. Раньше я бы даже не стала возиться с мятежным сбродом. Но я ищу одного джедая Падавана. Знаю, что он здесь был. И за это все вы поплатитесь.
Джойстик и Марин нарисовали для тебя маршрут к месту встречи с Тарфулом. Что там, беди. Мари сказала, что вас разгромили. Но я не думал, что все так плохо. С Империей всегда так. Но ты еще можешь преуспеть со своей миссией. Я найду способ помочь вам. Ты и так немало сделал. Спасибо, Кэл. Рада, что ты в порядке. Прости, что не смог прибыть раньше. Но я не забыл о Кошиике. Здесь опасно. Со уже ушел, так как потери слишком велики. Если вы уйдете, вуки лишатся поддержки. Не совсем. Мари остается с Чойсиком и Тарфулом. Часть наших примкнула к ним. А ты? Моя дочь уже лишилась отца. Я не могу. Но я и другие найдем способ послужить нашему делу. Береги себя, Мириена.